Всем привет, друзья! Тема видео будет о том, как же поднять уровень тестостерона. Расскажу вам 5 базовых способов, которые точно вернут ваш тестостерон в норму. Погнали! Для начала давайте я вам объясню, насколько важен тестостерон для каждого мужика. Тестостерон – это наше все. Главный гормон, который улучшает кровообращение, дает нам влечение к девушкам. То есть, если ты хочешь девочку, это хорошо. Также это влияет на наше внешнее, отвечает за мышечную и костную массу. Меньше прыщей, тело более подтянутое и нежирное. Волосы растут нормально и по всему телу. Короче говоря, это наше все. Теперь приступим к тому, как же его можно повысить. Первое и самое эффективное – это заниматься спортом или другими физическими нагрузками. Когда мы испытываем сильные эмоции, боли в мышцах, и наш организм и наше все тело работает вовсю, это повышает очень сильно наш тестостерон. Поэтому запишитесь в зал, лучше даже на бокс или борьба, где вы можете полностью испытать на себе нагрузки и также во время боев почувствовать большой прилив адреналина. Второе, это вам нужно нормализировать свое эмоциональное и моральное состояние. Выйти из депрессии, стать более живым и веселым. Просто встреча с друзьями, сходите прогуляйтесь, послушайте музыку, найдите девушку, слетайте или поедьте на отдых. Ну или просто займитесь тем, что вас может расслабить и вернуть в нормальное эмоциональное состояние. Третье, это одно из самых важных, наладить свое питание и сбросить лишний вес. Начните кушать нормально, как мужик. Много мяса, меньше сладостей, скиньте лишний вес, пробежкой или кардиотренировки. Дайте своему организму вдохнуть нормально. И кушайте много белка, чтобы просто вернуть свое тело и гормоны в норму. Четвертое. Сон. Также очень важен. Нормализируйте его, постарайтесь высыпаться днем или сделать режим, по которому вы будете засыпать и просыпаться постоянно в одно и то же время. Не нужно насиловать свой организм и мучать голодом сна. Если захотели спать, подремайте, не мучайте себя. Ну и последнее на сегодня, это одно из хитростей. Купите и принимайте витамин D. Данный витамин, он напрямую дает повышенную выработку тестостерона. Ну на этом все, друзья. Не забывайте все эти способы, которые услышали в видео, и постарайтесь взять их в привычку, и тогда вы будете настоящим красавчиком. Еще раз спасибо за просмотр, всем удачки и пока.